В бедном доме на краю села маленькая девочка жила с мамой, без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой, на колени плакала дова. Горькие ее были слова: «Мой Господь, войди в наш бедный дом, повечери с нами за столбом, обогрей нас в стужу и дожди, никуда да от нас не уходи. И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод, отходил жилье, по молитве искренне ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А у витрины кукла кружева с алой лентой в темных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать в руках хотя бы раз. Но цена на куклу высока, можно ли смотреть издалека. Закрывая магазина дверь, помолись, все легли в постель. Мама пожелала добрым сном: завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: как хочу куклу к Рождеству, в сарафане, в белом кружевах, с алой лентой, в темных волосах. Подари мне завтра днем, утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет, кукла в нем, от Господа ответ. И прижала кукольки лицом, девочка склонилась пред Христом. Мой Господь, я так тебя люблю, и всей души благодарю. Сумрак или ночью, свет или днем, никогда не оставляй меня. Буду всем повторять вокруг: ты мой самый лучший верный друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежного друга у детей. И Христос, склонивши к ней тиши, слушал песни восторженной души. К женщине богатой той прикоснулся нежно Дух Святой, повелел ее рано утром встать, куклу пенный домик отослать. В сарафане, в белом кружевах, с алой лентой, в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну. Аминь.